На алмазоносной трубке «Заря» планируется к 2021 году добывать 1 миллион тонн руды в год. Первый промышленный взрыв на «Заре» прогремел в прошлом году. Чтобы дойти до кимберлита, горнякам понадобится 4 года. Всего с месторождения вывезут 17 миллионов кубометров пустой горной массы. Какие работы сегодня ведутся на «Заре», расскажут мои коллеги из Алмазного края. «Заря» – пятая трубка за всю историю Айхала. Месторождение горняки называют сложным. «Заря» долго была в резерве. Карьер «Комсомольский» проходит уже третью стадию отработки месторождения. Идет затухание объемов. В основном сейчас будут производиться добычные работы. Добыча на карьере «Комсомольский» завершится в 2019 году. И мы должны восполнить запасы айхальского ГОКа новым месторождением трубки «Заря». Чтобы дойти до кимберлита, горнякам понадобится 4 года. В 2016-м с «Зари» вывезли 2 миллиона 350 тысяч кубометров пустой породы. План на 2017 год – 5 миллионов. В кратчайшие сроки на месторождении силами коллектива создали необходимую инфраструктуру. Установили вагон бытовки, заработал и небольшой диспетчерский пункт. У нас планируется, конечно, установка видеонаблюдения, также перспектива возможного внедрения даже фенка, как на карьере юбилейном, да, для того, чтобы улучшить качество учета горного, работы горного оборудования и технологического автотранспорта. И всегда, интересно, когда ты что-то делаешь первым, начинаешь делать, и тем более у меня так получилось, что вот именно «Заря» первая, где я начал, скажем так, с самого начала, да. На «Заре» новый горно-обогатительный комбинат и новый город не построят. Добычу руды начнут в 2019 году. Обогащаться она будет на действующей фабрике номер 8. Оксана Мезенцева, Евгений Шаповалов, телеканал «Алмазный край».